привет! Новость о том, что семья Анастасии Заворотнюк сейчас находится в бедственном положении, не оставила равнодушных многих. Об этой ситуации сообщил Андрей Разин. Поклонники актрисы уже несколько дней обсуждают возможное появление дочери Анастасии Заворотнюк Анны в эфире программы Андрея Малахова. Отметим, что ранее слухи о том, что девушка расскажет всю правду о болезни своей матери, начали распространяться молниеносно. Сложившуюся ситуацию прокомментировал и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, семья Заворотнюк сейчас находится в тяжелом материальном положении. Нужны средства на лечение. Кроме того, Петр Чернышов, супруг актрисы, работает мало, отменил множество концертов и гастролей. Возможно, что на фоне этого дочь Анастасии вполне может принять предложение, которое, по слухам, сделал ей Андрей Малахов, и принять участие в его шоу. Ведь деньги там платят приличные. Каждый мечтает заполучить информацию о Анастасии. Дочка ее вполне может прийти на передачу за определенную сумму, так как семья сейчас очень сильно ограничена в финансах, рассказал Разин. При этом он сообщил суммы, которые якобы платят участникам шоу. В случае семейного скандала у певицы Лолиты Малахов заплатил ее бывшему мужу, который поливал Лолиту помоями на шоу, 3 миллиона, заявил продюсер. К слову, были и те, кто высказал и противоположное мнение о финансах актрисы. «Не гневите Бога. Иметь столько всего и ждать помощи от людей – просто ужас. Пусть продадут машины, недвижимость, золото, бриллианты, и у народа будет просить не надо», – высказывались пользователи сети. Отметим, что ранее говорилось о том, что если Заворотнюк не сумеют спасти, попрощаться с любимой актрисой поклонникам, скорее всего, не дадут. Будем надеяться, что все это очередные сплетни, которые рождаются из-за отсутствия достоверной информации. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.